Как говорите, вот там соседка? Нет, у знакомой муж в БСМП с температурой под 40. Его положили, госпитализировали. С какого числа примерно? Вот на той неделе. Но анализов еще нет. Это значит, 2 недели еще не прошло, да, получается? Неизвестно, что у него. Примерно когда? 1-го, может быть, тогда. Хотя... 1-го апреля, примерно? Угу. Я завтра выберу, знаете, видеосмотрим, наверное, да? Нет. Через 90, заднюю стеночку и из горлышка. Ротный рефлекс нет? Нет. А, скажи-ка. Язык высунь. Не бойся, высунь. А, скажи. Высунь. Так, все. Как... А, сейчас мы на телефон запишу. Угу. Я забуду, позвоню. Около 2 недель ожидать. Ну, как бы придут, мы обычно звоним, потому что по-разному. Там вопрос тоже большой, где-то анализы делают. И как бы у них тоже времени там. А далеко отсылают, да? Я так понимаю. Центр стоит.